Коллеги, здравствуйте. Мне часто задают вопрос, что же все-таки такое страховая медицина? И однозначно на этот вопрос, особенно в нашем государстве, достаточно сложно сказать. Есть бюджетный вариант страховой медицины, это ОМС, есть коммерческий вариант страховой медицины, это ДМС. Но есть и не то, и не другое, наличный расчет, к которому практически все привыкли. И вот клиника выходит на рынок, она занимает свою определенную нишу, работает с частными клиентами. У него достаточно хорошая у нее, у клиники, выручка кассовая. Но не хватает источников дохода. И как раз вопрос выхода, пойти работать в системе ОМС, пойти работать в системе ДМС или остаться в наличном расчете. Вот это вот тема моего вебинара, которую я буду рассказывать в ближайшее время в учебном центре Мегастом.